Посылка у адмирала Тамплиера на головном корабле. Стоит ему отдать приказ, мы ее потеряем. Посылка не так важна, как ее получатель. Уничтожим этого курьера-адмирала и раскроем истинную угрозу, исходящую от тамплиеров. Когда я стал ассасином, поклялся бросить пиратство, но оно не раз помогало нашему кредо. Так не зря же... По местам! Ждем приказаний! Да, и часто это необходимо. Готов! Держи! Готовы! Когда удрать! Старай! Подходящая дистанция! Отдать гроты к ветру! Они уязвимы здесь! Надо бить! Они дают залп! Глотни водички! Блин! Они уязвимы здесь! Надо бить! Держись, ребята! Палят! Блин! Ну да, капитан! Хороший залп и конец! Дайте знак, капитан! Блин! Подходящая дистанция! Блин! К бою готовы! Огонь! Хороший залп нам поможет! Блин! Блин! Они уязвимы здесь! Надо бить! Блин! Огонь! Капитан! Они дают залп! Огонь! Хороший залп нам поможет! Залп! Пушка готова! Меньше ход! Убавь парусов! Тут скользко! На! Ну что, черти, устроим им бойню! Помоем палубы! Отпустить гроты! Thanks, lad. May you have great good cheer. Кто здесь командует?
Что за предатель напал? Ведите себя достойно в любой ситуации. Бастиене Жозеф, Порто-Пренс. Что там нужно тамплиерам? Капитан! Там еще французы! Плохо! Уходим сквозь бурю! Нас разобьет о берег! Будет куда хуже, если это попадет в руки тамплиерам! Да, капитан! Капитан, нам конец! Спасайтесь сами! Корабль я не брошу! Нет, я останусь с вами! Осторожно! Они близко! Готовы к бою, капитан! Подходящая дистанция! Они уже очень близко! Не дай им таранить! Держись, ребята! Палят! Берегись! Шквальный огонь! У нас пробой! Палят! Держись! Слева, капитан! Водяной смерч! Vendu. Ah!
хрень! Нет! Да я тебе ухо отрежу! Сволочь! Тамплиер подождет. Женщина страдать не должна. Остановись, дрянь! Иначе я отрежу тебе оба уха! Нет! О, боже! Нет, прошу! Не надо! Слава богу! Простите. Мне нечем вас отблагодарить. Ничего не нужно. Когда-то я сам сбежал так же. Вас же могли снова схватить. Для человека чести не помочь, вот риск. Я ищу Бастиану Жозеф. Знаешь ее? Лично? Вот еще. Но любой белый господин отведет вас к ней. Кроме этого, спросите в городе. Я спрошу. Есть куда пойти? Семья ждет меня в горах. Не волнуйся за меня. Да хранит тебя Бог. Вы не пожалеете. Спасибо. У тебя есть право на выбор. Бог услышал мои молитвы. Спасибо. Живи достойно. Okay.
devrait se méfier. Alerte ! Un esclave en fuite ! Il devrait vraiment se méfier. Je n'ai rien fait, moi ! Спасибо, месье. Пожалуйста. Вам воздастся, старик. Все еще впереди. Увлеченный в занятии торговли. Украденный тростник был конфискован, а 15 рабов возвращены на плантации и наказаны. Жизнь. Спасибо. Разве можно было иначе? Позволил болотной лихорадке проникнуть в центр Порто-Пренса. Просьба проявить... C'est peut-être... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui?
Que cherche-t-il donc à accomplir? Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Они просто животные. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Это излишне. Я передам ваше послание. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того корабик съест. Кто не будет спать, того корабик съест. Славно, неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. Несколько дней назад. Ты пожалеешь! Дорога к
произошло следующее. Раб в припадке ярости ударил брата Мишкедюрана и был приговорен. Для начала отрежем тебе ухо. Внимание на то, что раба запрещает показания. Надеемся, что данные напоминания... Никаких тебе райских враг, если еще раз сбежишь. Выжгу тебе на плече красивую линию. Il est trop rapide. Отпустите! Не рien fait, moi! Laissez-moi tranquille! Plus vite! Il faut pas le perdre! Thank you.
Halte, j'ai hâte de parler. Combien de temps va-t-il tenir? Ton compte est bon. Hé, hey, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va qu'aggraver la souffrance. Va-t'en. Laisse-nous tranquille. Здесь оставаться нельзя. Бегите, ну же! Знакомый мотив. Кто не будет спать, того крабик съест. Мудрый ждет в той стороне. Спасибо, сестра. Huh?
par les nègres, c'est bien doré, ça, je le sens. Нельзя дать ему идти. Река! Скорей, они приведут других. Отправьте их в ад. Я быстрее не могу! Чего ты сидишь? Агюстен Дьюфор. Мы говорим, а Бог делает. Губернатор двуличен. Бастиена помогает, но наша свобода еще далеко. Все дальше. Такой воин нам бы очень пригодился. Благодарю. Но я служу другому братству и обязан буду вернуться к ним. Лишь духом ведомо, когда это будет. А пока я дам вам приют и оружие. Возможно, наши цели совпадут. Что нужно? Рекруты, беглые рабы. Воины пополнят наш отряд. Прочие... Наше поселение свободных. Ветка за веткой, птица вьет гнездо. Думаю, пока что я могу помочь. Помощь есть помощь. Помогайте, пока сможете, и вас вознаградят. Торопитесь, у нас много дел.